Да пребудет с вами темная сторона силы, с вами Дарт, и я решил немного вернуться в Jurassic Park Operation Genesis, так как появилось несколько интересных модов, которые я бы хотел вам показать. Значит, данный мод называется Unpopular Dinosaurs, что означает, что непопулярный динозавр, то есть которые редкие, то есть не типа тираннозавр, да, какой-нибудь, а какие-нибудь редкие динозавры, названия которых вы, возможно, даже не знаете. Так, посмотрим, вот Malevus какой-то у нас вот тут есть. Так, ну давай потребуем создавать. Так, Кореатопс. Прикольно. Корея, типа Цератопс, корейский. Так. Пахицефалозавр. Ну, новый окрас. Ну ладно, давайте. Посмотрим. Брахицератопс. Непременно вам понравится. Атлас-копкозавр. Честно, я про такого слышал, по-моему. Но много я про него вам не скажу. А минус мода в том, что модельки, ну, такие посредственные. То есть, ну, вот он выглядит как кусок глины ходящий. Типа, да. Ну, в общем, как-то такое, знаете, посредственно. Пахицефалозавр окрас очень классный. То есть, как-то сразу непонятно даже. Потому что этот окрас выглядит гораздо красивее, чем вот этот Malevus, который рядом ходит. Сразу видно, что по ходу пахицефалозавра кто-то другой делал. Вот Кореатоцератопс, да, вот тоже как-то... Тоже как-то не очень выглядит. Но для любителей разных видов динозавров... Вам, в принципе, должно понравиться. Брахицератопс, в принципе, получился ничего такое. Только слишком большой, конечно. Они там с метр максимум в длину, по-моему. Атласкопкозавр тебе просто... Просто перерисованный дриозавр. Так что тоже. Мирагая у нас есть. О, это довольно известный юрский тигозавр, по крайней мере, в последнее время. Янгшанозавр. Хорошо. Тоже стегозавр известный теперь уже. Датоузавр. Зауропод. Чем могу помочь? Пара зауролов, трицератопс, Европа титан. Теперь он доступен для обзора. Эдмонтозавр, критозавр. Ну, критозавр довольно известный, кстати. Мирагая, по сути... Зря они его сделали из этого. Из модели кентрозавра, по сути, Мирагая это размером с этого, со стегозавра примерно, только более легкое телосложение. Так что лучше бы стегозавра, конечно, делать. Но вышло ничего прикольно. Вот Янгшанозавр, да, вот он известен тем, что вот у него боковые шипы очень крупные торчали. Ну, в принципе, он получился даже лучше оригинального стегозавра. Прикольный такой, в принципе. Первая модель в игре, которая мне понравилась. Что происходит? Вы это видели? Что он пританцовывает? Братан, а ты можешь нормально передвигаться? Дискотека века. Эй, диджей, эй, битмейкер. Так, вот Европа Титан, ну, по сути, это переделанный, перекрашенный брахиозавр. Ничего такого. Да господи! Что с ним происходит? Помогите! Так, вот критозавр, ну, не знаю. Окрас, может, и терпимый еще, но модель ужасная, по-моему. Такое себе. Да. Дайте мне до тоузавра это посмотреть. Ну, кстати, неплохо получился. И он меня уже бесит. Абразавр. Унинлагия. Рапатор.
Или Рапатор, да господи! Что происходит? Криптопс. Хагрифус. Ну, это маленький комарозавр, моделька, по сути. Абразавр такой, ну, не крупный зауропод у нас. Так, Рапатор, Рапатор, да, или как его правильно? Он прикольный, кстати, получился. Мне нравится этот хищник. По сути, из модели Аллозавра, ой, Альбертозавра сделан. Ничего, так прикольно вышло. Вот у Нинлагия мне вообще не нравится. Это уродство какое-то. Он что, помер? От чего он помер? Нет, он жив, только чего это он упал? Так, Криптопс. Ну, для разнообразия пойдет, но моделька вообще ни о чем просто. Хагрифус вроде как из модели Дилофозавра сделал, но тоже ни о чем, по сути. Слушай, этот танцор диска меня уже раздражает. Зупаязавр. Так, не туда. Нанукзавр. Нанукзавр, да, такого знаем тоже. Так, все, тут больше нет никого, отлично. Аллозавр как-то по-новому окрашен, давайте его глянем. Так, нет, не на этого танцора наводись. А, Кристатузавр. Спинозаврит. Динамо... Динамо-террор. О, это редкий вообще динозаврик. Зипоязавр. Ну, вот это, кстати, еще одна прикольная моделька. Окрас, конечно, видно, что блеклый какой-то. Но моделька прикольная. Вам о нашем новом... Нанукзавр тоже для разнообразия хорошо, а моделька такой себе. Еще тут все трясется и бесит меня. Окрас Аллозавра, в принципе, прикольный. Динамо-террор, если бы я мог на него глянуть нормально, то это, в принципе, уменьшенный тираннозавр модель. Ну, тоже окрас дурацкий, а, в принципе, для разнообразия довольно сносная модель. Все. Ну, в принципе, это все, что пока добавили в игру. Нас напомню, что это, по-моему, бета-версия. Офигеть, Динамо-террор завалил Аллозавра. Еще тут все трясется из-за этих дотаузавров, они прям бесячие. О, корейца ротопса сожрали. Да. Эти все смылись уже тут подальше. Ну, в целом, это все, что я могу показать вам в этом моде. Надеюсь, он вам понравился. А если нет, то хотя бы видео понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, ссылка будет в описании. Господи. Танцуйте, как Европа Титан. Ссылка на мод будет в описании. А, да, я же еще вам забыл Кристатузавра показать. Это, по сути, уменьшенная модель спинозавра. Вообще, иритатор, по сути. Да, вот теперь точно все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, опять же. Увидимся в следующем видео и всем пока.